програма «Молодіжний форум». Просто про складне. У нас сьогодні також є гість і є тема. Гість звуть Сергій. Добрий вечір, Сергій. Здравствуйте. Отже, тема – алкоголь в житті віруючої людини. Чи є хоча б якесь місце? Якщо нема, то чому? Отже, Сергію, я не можу зразу тебе запитати, яке твоє ставлення до алкоголю, але хочу запитати тебе, ти вживаєш алкоголь? Честно признаюсь, вживаю, люблю иногда немного вина или пива. Что касается других алкогольных напитков, более крепких, мне, конечно же, они не по вкусу. Угу. Є певні ситуації, коли ти можеш так дозволити собі розслабитись, чи це так, просто по настрою? Просто по настроению, да. Мотивами моего употребления алкоголя не являются какие-нибудь традиции или что по праздникам. Ну, какие-то условности. Да, условности, при которых как бы подразумевается употребление алкоголя. То есть, если я его не хочу, то это никак не влияет. Сергей, як ти взагалі ставишся до того, коли наші пастори говорять нам, що нам можна робити, що нам не можна робити? Як ти ставишся до цього? Пастыря для этого и поставлены, чтобы учить свою паству, чтобы заботиться. Поэтому, конечно же, они должны исследовать Писание и доносить истины до своей церкви. Как Але это, Писание это мы знаем. Зараз все зателефонуют и скажут нам, что само Писание не каже, что не можно вживати алкоголь, а пастыри часто кажут. Многие вещи изучены поверхностно, делают выводы не всегда правильные. Пастыря, может быть, так уверены в том, что спиртное нельзя употреблять, потому что больше исследуют Писание и где-то находят каких-то больше аргументов для того, чтобы не связывать христианскую жизнь с алкоголем. Дело в том, что пастыря не говорят просто голословно, то есть они подтверждают свои слова какими-то отрывками из Писания. И каждый из нас, он имеет свою голову на плечах, он имеет Писание, он может сам разобраться в этом вопросе и согласиться с пастырем или нет. И если он не согласен, то может обсудить с пастырем, почему он не согласен с пастырем, да, в определенных вопросах. Як ти потім будеш говорити, що ти віруючий, тебе запитають: "О, а що ж ти віруючий? Ви ж вам же віруючим нічого не можна. Що ж ти?" Поэтому каждый христианин должен подходить к любым вопросам с мудростью. То есть нужно разбирать конкретные ситуации. Например, я работаю в коллективе верующих людей, поэтому если у нас будет алкоголь или его не будет, это, в принципе, не послужит ни для кого каким-то искушением. Скажем, если бы я работал в неверующем коллективе, скорее всего, я воздержался бы от того, чтобы пить при них алкоголь, чтобы они не искушались тем, что вот христиане, а они такие же, как и мы. Вот. С одной стороны, кто-то может сказать, что это как бы лицемерно, то есть ты пьешь алкоголь, но не пьешь его на людях, и как бы суть-то от этого не меняется, ты его употребляешь, вот. А создаешь образ, как будто бы ты такой вот трезвенник. Но все-таки я считаю, что не мудро в некоторых ситуациях употреблять алкоголь, даже если ты его употребляешь, и тебе хочется в данный момент, но стоит укрощать свои желания иногда. Чи відрізняється, наприклад, якщо вважати вживання алкоголя за гріх, так? Чи відрізняється він від інших гріхів? Тому що якщо невіруючі люди дивляться на тебе в колективі, так, і бачать, там, ти вживаєш чи не вживаєш, але у тебе є інші недоліки, чи є сенс їх порівнювати? Люди всегда склонны сравнивать. Для них всегда кажется, один грех более ужасен, другой менее. И на самом деле в человеческом восприятии так и есть. Мы действительно не приравниваем просто плохие мысли о человеке и убийство. То есть это действительно разные вещи. Но для Бога разница небольшая в том, какой грех ты совершил. Любой грех, даже самый безобидный, по нашему мнению, это ужасная вещь, которая ведет человека в ад. Сергій, щодо твоїх невіруючих друзів, ви десь разом зустрічаєтесь? Ти казав, що ти з ними не випиваєш, але ти спілкуєшся з ними? Ні, чому? Я можу і з невіруючими употребляти алкоголь, але, звісно, не до той степені, коли ти вже перестаєш соображати. Тобто, опять же, треба дуже конкретно смотреть на ситуацію. Хто ці люди, для кого це буде іскушенням, для кого ні. Для кого, наоборот, може бути, послужить тим, що вони побачать, може бути, по-другому христиан, что ли. Ну, да, хотя что-то... это не тот, чем, в принципе, нужно гордиться, что ли, или там становиться такими, как мир. Хотел сказать по поводу того, что сказал Анатолий.
он сказал, что употребляет, когда ему сложно, когда какие-то трудные периоды. Вот это вот самая главная опасность на самом деле. Потому что есть очень известный стих в Библии, в Ефесянам, о том, чтобы не упивайтесь вином, от которого бывают распутства, но исполняйтесь духом. Этот стих нужно понимать в контексте. Потому что если изучить исторический контекст, то упивание вином — это не совсем то, чем занимаются сейчас наши люди. То есть это не представлялось, как люди пошли в магазин, там купили себе вина побольше, напились перед телевизором. И апостол пишет им, что вот этого не стоит делать. Нет, упивание вином — это был один из элементов ритуальных обрядов поклонения идолам. И идолам — греческим богам? Греческим богам, который был Дионис, бог вина. То есть вся культура, религия была построена так, что вино — это был очень важный элемент культуры, верования людей. В данном случае отказ от вина — это значило отказ от вот этих вот языческих обрядов и обычаев. По поводу того, что сказала Аня, вино действительно было не таким, какое мы имеем сейчас. Оно имело меньше градусов. Более того, чаще всего оно употреблялось разведенное с водой. Но о чем это говорит? На самом деле, при всем при этом люди умудрялись напиваться. В этом много историй в Библии о том, как люди напивались вина и становились безрассудными. Об этом много в Библии есть предостережения о том, чтобы не пили, чтобы не стать вот такими вот людьми, которые не контролируют себя. До речі, у тебе на сторінці, вибач, ти ж блогер, я забула представити, це одне з твоїх таких цікавих діяльностей. Хтось запитав, я читала, про Ноя. Про те, що один з синів, навіть Ноя, поніс більшу кару, ніж сам Ной. Що ти про це думаєш? Через те, що Ной був п'яний і так далі. Що ти про це думаєш? От, ну, цікаво мені. Це окрема історія. Я слухав кілька версій трактування цього случая. Тому я не знаю, я б не став зараз іменно об этом отривке что-то судити. Я уверен, що Бог не був рад тому, що Ной напився і лежав там голий где-то у себе дома. Що я хотів сказати, що нужно понимать, что алкоголь — это один из таких вопросов, которые по большому счету нейтральные находятся, так же, как деньги, так же, как какие-то, ну, другие вопросы, которые сами по себе злом, по сути, не являются. Является злоупотребление, потому что люди, которые много едят, это то же самое. Которые переедают, это тоже грешники. Хотя еда — это же не грех для всех, очевидно. А алкоголь почему-то для многих это вот сразу табу и все, без вариантов. А в Библии действительно... В Библии нет такого полного запрета алкоголя. И мы знаем, что Иисус Христос употреблял алкоголь, и это знают даже и неверующие люди. Все напоминают истории, как он превращал воду в вино, и про последнюю вечерю. Сприяв, ну, конечно, многие говорят, это было безалкогольное вино. Может быть. Я думаю, что все-таки там какие-то градусы имелись. Но суть не в этом. Суть в том, что не нужно напиваться. Об этом много в Библии сказано, что не нужно напиваться. Действительно, вино было другое, но суть от этого не меняется. Вино было алкогольное, даже если оно было менее алкогольным. Люди напивались, которые не знали меры, они напивались. Поэтому проблема стоит не в употреблении вина как такового, а в том, что люди, не зная меры, напивались и отключали свой рассудок и свой мозг. По поводу употребления вина, это был очень популярный напиток, и тогда особо действительно ничего не было. Его употребляли очень много, и по причинам того, что это было как дезинфекция воды, в которую добавляли вино. Ну, много чего можно перечислять, поэтому это был действительно очень популярный напиток, и его многие употребляли. Но проблема была действительно, как и сейчас, что некоторые его злоупотребляли этим напитком. Яка різниця між вживати і зловживати? Сергію, як ти думаєш? Вообще Бог всегда смотрит на мотивы нашего сердца. Один и тот же поступок может быть расценен кардинально противоположно. Ну, если его сделали два человека в двух разных условиях, да? Хотя поступок сам по себе один и тот же. Например, если с тем же вином. В нашей церкви мы принимаем хлеб и вино, и мы действительно употребляем алкогольное вино. Я думаю, что немногие из слушателей скажут, что ну, это грех. Вот сейчас вся церковь вот так вот раз по глоточку сделали алкогольного вина. А ведь это алкоголь, если быть вот так вот категоричным, то действительно, значит, согрешают все. А что касается злоупотребления,
Тут действительно, вот как еще я запомнил звонок еще одного слушателя, который говорил, что употребляет вино, когда ему плохо. Угу. Вот это вот действительно, я считаю, что не очень правильные мотивы, потому что в отрывке к Ефесянам это идет противоставление, как бы не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. То есть, когда люди пытаются заменить Бога какими-то транквилизаторами, каким-то вином, заглушить какие-то эмоции, чувства или наоборот, какие-то эмоции в себе разбудить, то это уже действительно не является правильными мотивами. И это можно сказать, что злоупотребление напитком, даже если ты там не сильно напился, вот, или не часто. То есть у нас, наверное, больше считается злоупотреблять, это значит, ну, какой-то алкоголик. А вот так вот просто расслабляться периодически или что-то, это тоже может быть грех на самом деле. Каждый человек, я думаю, если остается честным с собой до конца, он понимает, где его мера и как влияет на него алкоголь. То есть можно, конечно, обманываться, сказать, я всегда там знаю меру. Ну я... да, все под контролем. Все под контролем, да. Но на самом деле, если честно, мы знаем, какие у нас мысли возникают в момент там какого-то помутнения разума, угу. Какие-то идеи или что-то. Ну, сами себя не стоит обманывать. Вот, якщо поэтому... кажуть, що на подвиги тягне, да? Зазвичай це не позитивні подвиги, а трошки негативні такі, да? Поэтому в Библии очень много предостережений о том, чтобы очень-очень... Ну, держались подальше вообще от алкогольных напитков. Потому что, ну, кто бы как ни считал, там, как он контролирует себя, насколько он уверен в себе, все равно это очень коварная штука, и в один момент ты не сможешь остановиться и наломаешь дров. Поэтому, конечно, если есть возможность и такое вот решение не употреблять алкоголь вообще ни при каких обстоятельствах, в этом нет ничего плохого, это очень похвально.